Чистая случайность. В коридоре Мосфильма ее увидел классик музыкального кино Иван Хырьев. Отвел в павильон, где Эльдар Рязанов снимал свою первую комедию. Люсе достался счастливый билет. Главная роль в фильме «Карнавальная ночь». Если вы нахмуре... Если вы нахмурясь, выйдите из дома. Если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз и хорошее настроение. Да не покинет больше вас. Вот это первый такой крупный план. Я стою на тележке. На тележке. Угу. И вот сейчас схожу с тележки. Вот схожу. Вот сошла. А, да. Вот вошла. Ну, чуть-чуть. И вот сейчас будет кадр. Вот. Опа! Как вы сумели, комсомолка, показывать свои колени. А вы говорите. Бомба разорвалась. Это ничего не сказать. Новый год с 56 на 57. Эпоха сменилась. 20-й съезд, осуждение культа личности, карнавальная ночь, главный маскульт оттепели. Еще разок. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет. Вы эти движения помните? Если... Конечно. Да? Я сейчас могу. Там что такое? Тут ставка больше, чем фильм. Тут новая свобода. И Люся не просто артисткой стала, а сразу дивой. Все мужчины страны грезят о Гурченко, а все женщины страны хотят быть как Гурченко. Это цитата.